до экзамена я думал, что я 40 минут от Паши покажу всем свою волшебную функциональную подготовку, что я даже не вспотну, можно сказать. Я ни в коем случае не ожидал, что я буду просто молить Господа, не знаю, чтобы мне дал чуть-чуть кислорода, потому что я сильно задыхался. Это запомнилось. Было тяжеловато. Желаю всем быть поскромнее, чем я, не переоценивать себя, здраво оценивать своих оппонентов, товарищей и готовить физуху. Как сказал Августо Мендес, то, что надо готовить и стойку, и партер. Одним партером уже не затягивает схватки, как и IDCC показал, то, что как минимум проход ноги должен уметь делать каждый. Так что желаю всем тренировать стойку, тренировать партер, везде быть сильными.